Добро пожаловать, друзья, на прохождение игры «Наследие Кайна. Кровавое знамение 2». С вами, как всегда, Доцент, и мы продолжаем. Замочили мы ушастого в предыдущей серии, получили новый навык под названием «Зачарование». И нам необходимо спасти Уму, которую вот-вот казнят где-то в этой крепости. А посему начнем. Еще надо прокачиваться. Так, отлично. Превосходная возможность. Хова! Не рыпаться. Тихо. Стоять! Так, все, фатальный урон прошел. Да что ж такое, надо два раза ударить. Ну оно-то в принципе и понятно. Так, ладно. Кайн просто привык наносить точные меткие удары по единичным целям. Че? Зачарование выбрать? Так. Опа-на! И я управляю вот этим вот. Вообще обалдеть. Хопа-на! И чтобы выбраться... Кто-нибудь спасите меня! Помогите! Блин, а... Ест много крови эта херня. Стань, ты меня пугаешь. Оказывается, когда я нахожусь в этом, он очень много крови жрет. Раньше магию ел, а теперь кровь съедает, а? Кайн, что за херня? Как тебя так это, жизнь-то потрепала? Вот там вот крутой боец ходит. Вот у него меч самый классный, но до него еще добраться надо. Угу. В воду мы вряд ли прыгать будем, а посему двигаемся тогда сюда. Тинк. Мыши бегают. Я в мыши, интересно, могу? О-о-о. Обалденно! Вот эта атака прошла. Ядрить твою налево. Да. По стелсу все сделали, и тиху мать. Ну, а ты как думал? Дерьмо случается. Блин, движение Кайна, когда он бьет, как у робота, реально. Все такое это, без всяких лишних движений. Давай, оружие улучшаем. Все, заколдовали клинок. И что мы здесь забыли? А непонятно. Так же, как и непонятно, что здесь дверь дает. Да. Ну ладно, тогда двигаем сюда. По всей видимости, сейчас мы с кем-нибудь драться тут будем. Опа-на! А ну-ка, я могу на нем использовать? Не, он на это, говорит, не хватает у меня. Боже, как он хорош. Ну тогда ладно. Тогда по старинке, так сказать.
Контрольный меч в задницу и двигаем дальше. Эту штуку надо, наверное, куда-то воткнуть, да? А вот куда? Ну, давайте включим, посмотрим хотя бы. А это? Понятно. Короче, по всей видимости. А, стоп, это чё? Ну, кусок мяса. И нафига нам кусок мяса? Очень интересно. Надо теперь понять, что здесь делать. Так, мясо поджарили. Чё-то как-то странновато. Я вот всё-таки думаю, может быть как-то... Ну вот нафига этот-то вообще мне? Вот это вот как будто вообще двигать можно. Стойте, мы, наверное, сейчас подожжем эту штуку. И, может быть, если повезет, она рванет, наверное, да? Ну-ка. Ёптать, реально рвануло! Хорошо, что я рядом не стоял. Так... Налево, направо, направо, налево. Здесь у нас тупик. Ну, окей. Чё ты там, кого разрежешь? Ек. Прибежали прям на меня. Кайн вообще идет, просто всех вообще рубит, никого в живых не оставляет. Хороший протагонист. Недурно. Весьма недурно. Так, я понял. Судя по туману, придется, видимо, идти очень тихо. Готовься к смерти! Ну и чё? Так я тоже могу. Меч убрал такое, типа... Задание выполнено. А чё прятаться тогда зачем? Стелс для Кайна не существует. Нет, как бы он существовал, но это было в первом Бладамане. А здесь в нем надобность отпадает по той простой причине, что здесь прокачка строится от количества убитых, причем вообще всех. Конкретно выпитой крови. И здесь до сих пор не было никакой зеленой крови, там синей, то есть только один вид, красненькая и все. Попробуем прокрасться, может что-нибудь это и... Ого. Да. Хорошо попрятались. Здесь больше ничего нету. Не. Ни хренашеньки. Ладно, тогда двигаем.
О, быстрее! Где там зачарование? Блин, мышка, выбирать это все дело лучше стрелочками. Но. Угу. О, опять. Ну, окей. Так, этого сейчас мы... Блин. Ага. Обалдеть, джекпот просто. Сразу массово. Ну, в конце концов, как говорится, одно убийство это трагедия, а миллион убийств это уже статистика, да? Так. Ого. Здорово. Куда? Налево, направо, направо. Стены двигаются. А, это... Все ясно. Походу, немножечко не того хлебнул Каин. Такое бывает. Особенно в первом Бладамане это было вообще. Та еще тема. Не говоря про виды брони и прочее. Ну-ка, наверное, диалог будет. Надо послушать. Заканчивай работу и поднимайся, мы закрываем парадный вход. Что? Я только начал уборку. Мы же никогда не закрывали парадный вход в это время. Мы должны это сделать, к нам забрался вор. Вор? Что? Здесь внизу? О, я уже все закончил, сэр. Вот и я сейчас все закончу. Опа-на! Так нынче выглядят воры. А вот на того, наверное, придется колдовать, да? Я так понял. Опа, еще один. Отмучился. Летучие мыши летают. Такое чувство, что они как будто намекают нам, что делать. Не, ну оно-то и понятно. Опа-на! А если я бы ориентировочно спрыгнул бы? Ну вот, играя за него, чё б тогда было? А, он прыгать не могёт, да? Печалька, печалька. Помощь! Кто-нибудь спасите меня! Да. Если нажимать на ту же клавишу способности, он будет орать на помощь. Ой-ой-ой. Да ладно. Зачарование с меча пропало. Эх, блин. А нафига я... А, надо их все перекрыть, чтобы... Вот этот вот мощный тип. Он как по воде осилит? Ну не похоже. Так. Ага. Зараза, а здесь как отрубить надо? Наверное, прыжками. Так, ну допустим, прыжками-то я отрублю. А, ну отсюда я вернулся.
Окей. Тогда все это дело перекрываем, и сейчас будем, видимо, прыгать вот в этот вот резервуар. И он постепенно должен опустить. Как бы. Так. Угу. Все. Воды нет. Вопрос только в том, куда двигаться. По трубам канализационным бегаем, ну обалденно. О! Ну окей. Готовься к смерти! Ах, зараза, ты 4 атаки проводишь. Ох ты! Так. Ага. Все. У меня такое чувство, что скоро мой меч сломается. Но, тем не менее, меня больше всего радует перспектива получить тот тесак здоровый, который там был. Ну, в самом начале ходил. Здоровенный там сарафанец. Блин, у них броня, они просекают, что я в тумане. Он знает, где я. Блин, а? Так. Придется тебя кулаками бить. У них броня светится, как у Фродо меч, и они знают, что нечисть рядом. Не так-то просто подкрасться, но в принципе можно. В принципе можно. Просто они в режиме, так сказать, это на страже. Ну-ка я еще раз хочу попробовать, осилю все-таки или нет. Нет, вот эти вот парящие будут. Так. Чё? Увернулся. Охеренно увернулся. Так. Да ядрить твою налево, Каин, Каин. Ну как так, а? Эх, Каин. О! Сейчас опять, наверное, будут на английском половину, да? Бухтеть. Тут, наверное, что-то есть все-таки. О, определенно. Ну, давайте разберемся с этим супербойцом. Зарублю, падло! Ладно. Ах, зараза. Так. Да, что-то как-то не везет мне. И даже несмотря на то, что я надел какой-то какой-никакой доспех, но все равно. Все как-то крайне печально.
Очень печально. Угу. Все ясно. Так, ну я сначала посмотрю, что здесь тогда. Может быть, что-нибудь полезное найдем. Кто-нибудь спасите меня! Ага. Кто-нибудь спасите меня! Во-во, да, та же самая озвучка. И Каин смеется так же, как в первой части, то есть оригинальная голосовая дорожка. Потому что английский, так сказать, английская озвучка — это вообще шикарнейшая. Наверное, может быть, даже одна из самых, если не самая лучшая в игровой индустрии. Голоса, так сказать, глав героев — это что-то с чем-то. А уж когда Soul River будет, так это вообще прямо учебник пособие надо делать, как озвучивать игры. Так. Ну, давай сюда. В этом плане, да, диалоги заслушаешься. Угу. А здесь тогда что? Обалденно, два в одном. И, наверное, надо будет сейчас обратно переключить, да? О, Каин, да ты чё? Допрыгнуть уже, да, не вариант. Да, переключить надо. Ну, поехали. О! Ойла гуляет на двух ногах. Кто ты такой? Хава! Зачарователь для меча. Надо бы только найти бы более подходящее для этого оружие. Но поскольку я тут нифига больше ничего не вижу, придется, видимо, меч зачаровывать. Так. Ага. Ага. Так она еще и на замок была закрыта, но здорово. Угу. Вот этот вот классный. Его бы зарезать бы. Потому что драться с ним в открытом бою, да, ну, с одним, ладно, с двумя, уже не вариант. Хова! Ох, запитались-то. Ну чё, попробуйте мечом его. А там как карта ляжет. Так. Давай, давай, давай. Ага. Все.
Знакомые крики и возгласы. Блин, у меня вот и меч, надо было подождать все-таки, чтобы тот потом меч зачаровать. А в итоге с этим говном теперь буду бегать фиолетовым. Что случилось? Я видела стражников, бегущих по лестнице. Я не знаю, леди. Сходи, узнай. Это что, огонь? На нас напали? Напали. Может быть, стоит дождаться кого-нибудь, кто нам все расскажет? Давайте я расскажу. Что я сказала? Ты знаешь, кто я? Леди, может, я лучше провожу вас до гарнизона? Наверняка они смогут вам все объяснить. Что ж, хорошо. Ладно. Стоять. А, зачарование. Офигеть. Вот это магия сарафанская. Я не могу даже телепатии сквозь стены херачить. Жесть какая. Остается идти только это сюда. Похоже на то. А куда идти-то? Тут закрыто, там закрыто. А мне ведь надо как-то на второй этаж попасть еще. А как это сделать-то? Двери-то все закрыты. Может быть... Ну-ка... Давай. Побежали, правда, кровь уходит, пипец. Опа-на! И отрубил. И плюс еще там переключатель есть. Ну, по всей видимости. Ага, сюда я, к сожалению, не могу попасть. Ладно. Тогда идем сюда. Здесь у нас отключено. Сейчас мы тут выносим их. Или нас выносит. Ух ты. Какая зарисовка-то. Пощечины, так сказать. Похлебалу называется. Ну окей. Умри, тварь! Очень мощно атаковал. Начал хорошо. Я тебя заспамлю атакой. Ой, простите. Все. Да что же у вас у всех одна слабость-то? У всех куча доспехов таких. Один Каин в тряпках бегает. И при этом никто не додумывается сделать это... В тазовой области хоть какой-нибудь доспех. Ни хрена не помогает. Так, стоять. Стань, ты меня пугаешь. Так. О! Отличный меч. Просто суперский. Ну это даже не меч, а тесак целый, но сам факт. Работает безотказно. Хрена с два. Так, чё с тобой? Обалденно. Игра еще ко всему прочему и вылетела. То есть вообще ништяк. Ладно, тогда давайте будем уже разбираться вот с этим вот кадром. Вот, собственно, когда я к нему подошел, игра и вылетела. А значит, надо действовать быстро.
Давай. Все. Завалили. Угу. Ну что у нас здесь? Пики. Магия, пики, магия. Сюда идти или мне вот туда сгонять, посмотреть, что там находится? Там ведь как бы тоже есть, что посмотреть. Любопытно. Ага. Приветствую тебя, вампир. О, вы меня с кем-то перепутали, мадам. Не трать мое время зря. Я знаю, кто ты такой. Я работаю на сопротивление. Я слушаю вас. Женщину, которую ты ищешь, держат в одной из верхних башен. Ясно. Как мне туда добраться? Не торопись. Сначала тебе нужно пройти через защитные врата. Я могу их открыть. Так открой же их. Всему свое время. Сначала выполни одно мое поручение. Какое? Сегодня в крепость приехал с визитом один аристократ. Ты должен его убить. И после этого ты откроешь врата. Ты что, держишь меня за идиота? Открывай! Поверь мне, он предатель. Его нужно убить. Он нанес сопротивлению непоправимый ущерб. Я что, похож на наемного убийцу? Такое чувство, что она улыбится. До тех пор, пока он не будет убит. Его зовут Артемис. Ты узнаешь его по синему плащу. Когда его лживые речи умолкнут навсегда, я открою врата. Но не раньше. Ты сделаешь это? Похоже, у меня нет выбора. Найди и убей его, Каин. Вырви его жестокое сердце. Затем возвращайся ко мне. Ладно, жестокое сердце вырывать будем. Ну погнали, у нас вариантов-то особо не густо. Так, сначала надо с этим разобраться. Так, ему понравилось. Ему очень понравилось. Все. Так, аристократ обалдел. Чё, сердце врывать будем? О, сердце, конечно, это, а вот голову с плеч было бы весьма кстати. Да стой! Стой! Всё, тупик. Вот ты вместе с зеленым и ляжешь рядом. Так. Он сдох. Ну, спасибо тебе. Так, это, конечно, круто, но там же дымка была. Это она вот для чего вообще? Для чего здесь дымка? Наверное, чтобы вот с этим драться, но... Противники мне здесь, в принципе, в битве один на один я... любого тут разорву. С дымом или без? О! А чё она не двигается? Отведай моего клинка! Так. Блин, живучие, обалдеть. Откуда ж вы только беретесь такие? Так. Вот живучая коза. Но этот не настолько крепкий оказался, а вот та прямо совсем удар держит, мое почтение. В бронелифчике, походу. Пожалуйста, не трогайте меня! Угу. Так.
Вообще жесть какая-то. Мутанты, грёбаные мутанты. Эх. Сюда бы представителей Инквизиции из Вархаммерова. Вот куча бы вопросов бы было у ребят. Офигеть, башкой еще стукнулся. Здрасте. Иди сюда! Так. Все, выдохся. Но у них хотя бы вот этот вот момент, когда они выдыхаются, очень явно показывается, то есть он прям на колено падает и вообще ничего не может сделать. В то время как рядовые светящиеся бойцы с щитами, как по мне, они гораздо более серьезную угрозу представляют. Еще одного аристократа. Считай, две двери открыли уже, да? О, вот это хорошо. Блин, у меня опять кровушка подтекает. Да что ж такое? Так, это отсюда, тогда сюда. Понятно. Угу. И здесь же вроде этот... А, не, показалось. Мы, наверное, сейчас прибежим туда, где я в самом начале. Да, вот эти ребята... Кто ты такой? Ох ты. Силён. Всё. Выдыхаемся, да? Да, атаки этим мечом, конечно, они гораздо более медлительные, но... Но урон более-более знатный. Ну и плюс автоматически смертельная атака. Видимо, только по тем противникам, у которых нету наплечных этих доспехов, которые защищают шею. И тем самым... Спасает их от этой вот... супер тяжелой атаки. Ага, а там что? Самое главное не свалиться, а то целый путь большой проделывать придется заново. О, здорово. Ох, вас тут сколько, как тараканов! Варежку закрой. О, и спрячься лучше. Пошли такие видосы, тренды Ютуба смотреть. Так, срочно провести казнь надо. Не иначе. Начну с этого. Перестань, ты меня пугаешь. Опа. Так, ага, дверца закрыта. Но есть лестница. Так, где они там? Угу. Hey!
Так тебе. Пошла жара. Все. Вас вроде больше было. Куда все делись? У меня такое чувство, что я сейчас на рычаг нажму и прям повалит просто толпа. И настанет великая битва бобра со слома. О! Так. Ну хорошо, ладно, я с вами разберусь. Сквозь щит, зато магия высасывания работает. Замечательно. Че, еще кто-нибудь пойдет? Да, что-то не густо. Очень и очень не густо. Ладно. Тогда ломимся вперед. Блин, тревога это. Чё-то какое-то палево. А, вы отсюда все. Умри, тварь! Так. Ну и вместе сейчас ляжете. Еще чуть-чуть, и я прокачаюсь. А вот тесак заменить надо. Что-то их столько было там, целый этот, и на тебе, никого нету. Все куда-то рассосались. Опять, сейчас опять башкой ударюсь, да? Не, не показали. Ну чё, крадёмся в ночи? Кто ты такой? Ужас, летящий на крыльях ночи. Зачем здесь туманка? Сейчас, наверное, поднимусь, что-то нажму, что-то откроется, и я спущусь вниз и пойду, видимо, по той тропе. А там как бы рекомендуют врубать это невидимость туманную. Ну окей. Ну-ка посмотрим, как у нас тесак работает. Торговцы ожидают оплаты. Я не понимаю причины задержки. Вы должны заплатить. Мы больше не будем платить. Но наше соглашение... Условия изменились. Действие нашего соглашения приостановлено. Но я уже привез товары. Я не могу отправить их обратно. Вот что, выбрось их в море. Выбросить? Они нам не понадобятся. Но мой контракт. Я пойду к вашему руководству. Я предлагаю тебе смириться с этой потерей и заткнуться. Я пожалуюсь консулу. Я это так просто не оставлю. По приказу лорда Серафан ты не сделаешь этого. Стойте. Что вы делаете? А нефиг было выпендриваться. Так. Все. Хорошо, он там договорился, я вижу. Прям вообще гений переговоров. Стоят два быка таких. Умри, тварь! Давай. Ага. Так.
Передел власти начался. Вот надо было бы... А если бы я вмешался бы, мне бы интересно, что-нибудь сулило бы от этого поставщика. И что он за товары там такие поставлял, что аж прямо это... Вопрос прям жизни и смерти. Фига себе. Да. Санкционку, видимо. Так. Да давай, Кайн, он же ведь не может иначе повернуться. А, все, понял. Ну, вперед. Опа-на, несчастье какое. У них у всех рожи такие, какие-то маски. Чё-то жесть какая-то. Вариант туда пройти, вариант сюда пройти. А куда идти-то в конечном счете? О! Во! Значит, да, хорошо, правильно, угадал. Осталось чуть-чуть, и я получу апгрейд здоровья, это очень здорово. О! Сейчас, чувствую, апгрейд получу. Блин, чуть-чуть не хватает. О, а вот, собственно, и бесплатный апгрейд. Готовься к смерти! Готов! Давай, Кайн! Да! Отлично. Ну, жмем на сливную ручку. Тык. О, тут надо в туман перейти, надо исследовать. Ух ты, там кто это такие? Спартанцы. На нижних этажах найдены трупы. Я хочу, чтобы ты патрулировал внутренний двор. Да, сэр. Я сам буду охранять камеру. Выполняй. Дабл гребень. Ёхарного бай, как же с ними драться-то? Так, ну с этими однозначно надо разобраться. Потому что иначе... Ничем хорошим это не закончится, если одновременно атакует. И вроде как бы я улучшил здоровье, вроде бы как прокачался, но на деле какая-то фигня. Полное здоровье вообще прибавляется просто такими медленными темпами. Караул. Я вот, честно говоря, даже не знаю, как я с ним драться буду. С одной стороны, здесь очень много места, я могу побегать. И попробовать его это... Так сказать, заловить. Опа-на. Ага, давай. Все. Текс. Ну чё, как с ним драться-то будем? Ух, ёптать. Надо от него убежать. Попробуй-ка я с прыжка атаковать, чтобы... Так, я вроде спрятался. И он пропал. А
где он? Ага. Опа-на! Беда у него прямо. Иди сюда! Эк. У него прямо это, из-за доспехов беда со скоростью. Экс. Слушайте, там меч какой-то классный. О, нормально, мятежник, ё-моё, от Данте. В сарафанцы записался, что ли? Медленный он был, это да. Вот этот меч прямо... Смотрите, двуручник. Недурно, недурно. Давай! Опа-на! Ума! Каин, я думала, никто не станет рисковать, спасая меня. Ты либо храбр, либо глуп. Я не отступаю перед трудностями. Глаза разуй. Неподалеку должен быть рычаг, отвечающий за подачу энергии этому барьеру. Найди его. Что ты узнала в промышленном районе? Скажи мне на тот случай, если я не смогу тебя освободить. Сказать сейчас, прежде чем я освобождена? Что бы ты сделал на моем месте? Я бы доверился своему спасителю. Эта информация только для вора Дора. Неужели я еще не завоевал твое доверие? Ты меня еще не спас. Что ж, отлично. Я скоро вернусь. Каин, надо под ноги смотреть, а не на Уму. А то, видишь, уже в барьер утыкаемся. Носом. Вот как мне только... Наверное, мне надо снова этот крутануть и ломиться туда, пока... Ой, что-то, по-моему, слишком быстро. Слишком быстро. Так... Да... Угу. Ничего себе. Очень любопытно. Заход сбоку. Понятно. Тогда переключаем и... И вуаля. Чё, Ума? Готовься рассказывать. Ты ранена? Пустяки. Нам нужно выбраться на крышу. Как только я окажусь вне этих стен, я смогу прочитать заклинание и перенести нас в святилище. Нет! Наконец-то. Кто нарушил покой моей обители? Какая тварь посмела пролить кровь моих слуг? Это был тот самый меч. Похититель душ. Приз, который я выиграл так давно, теперь в его руках. Кто здесь? Ты знаешь меня. Нет. Ты был полностью уничтожен, а твое имя забыто и кануло в лету. Все твои мечты были сожжены и обратились в прах. Эти слова станут твоей эпитафией. Ты смеешь мечтать о моей смерти. Эту глупую надежду я очень давно утопил в твоей крови, а ты...
так ничему и не научился. Мне тебя даже немного жаль. Ты вновь осмелишься бросить мне вызов? Умри, демон! Нет, Каин! Твой проигрыш неизбежен. Сколько раз я должен объяснять тебе эту простую истину? Он слишком силен для тебя, Каин. С похитителем душ он легко убьет нас обоих. Сейчас мы должны отступить. Сражаться будем потом. Нет! Отпусти меня! Эта тварь моя! Я твоя судьба, Каин. Сейчас и всегда. Рано или поздно ты сам придешь ко мне за своей смертью. Ума, ты жива. Каин, я благодарен тебе. Я следую приказам, пока они меня устраивают. Мы встретили лорда Сарафан. Он был там? Он несколько сильнее, чем я ожидал. И у него похититель душ. Странно, что ты не сказал мне об этом раньше. Я предупреждал, что ты еще не готов сразиться с ним. Нам повезло, что мы смогли сбежать. Вор-Адор, я должна поговорить с тобой. Я знаю, у тебя есть важная информация. Расскажи. Я была в самом сердце главной фабрики в промышленном районе. Прежде чем стража схватила меня, я обнаружила огромный зал, в котором был магический портал. Ой-ой-ой-ой-ой. Портал ведет в странное место. Я никогда его прежде не видела. И этот портал был открыт силой всего одного камня, стоящего на пьедестале. Вор-Адор, я думаю, это связующий камень. Связующий камень? Ну, конечно! Что это такое? Объясните. Это предмет, наделенный огромной силой. Он может искривлять время и пространство, создавая проход в любое место в Носготе. Я не знаю, зачем лорд Серафан использует его в промышленном районе, но нам бы он очень пригодился. Для чего? Тот, кто владеет камнем, неуязвим для похитителя душ. А если это всего лишь легенда, которая окажется ложью в роковой момент? О нет, это вовсе не легенда. Этот камень был у лорда Серафан, когда он победил тебя 200 лет назад. Что? А как иначе он смог противостоять мощи похитителя душ? Ты не смог использовать силу клинка, поэтому он тебя победил. Я найду этот камень и с его помощью убью лорда, но знай, когда я получу меч обратно, он будет принадлежать только мне. Это понятно? Ты посвящаешь себя борьбе с лордом Серафан? Пути назад нет. Я был обречен на это с того момента, как ты меня воскресил. Меня ничто не остановит. Пусть будет так. Воспользуйся подземкой, чтобы добраться до промышленного района, который находится в северо-восточной части города. Я думаю, дальше ты справишься сам. Ума! Как только доберешься до района, найди здание главной фабрики. Камень хранится там. Я вернусь со связующим камнем и головой лорда Серафан. Обалденно. Они все как будто плавают постоянно. Все плывет, тело плывет, рожа плывет, я все плывет. Я покинул относительно безопасное убежище и снова погрузился в объятия ночи. Промышленный район Меридиана на самом деле оказался одной большой крепостью. Вместо того, чтобы брать ее штурмом, я решил поискать другой путь. Да, здорово. Ну, ладно, давайте-ка тогда, думаю, здесь мы закончим и продолжим уже, как обычно, все в следующих сериях. Ссылка на плейлист, группу в ВК, Facebook, Twitter, а также на другие крутые интересные прохождения снизу в описании под видео. Рекомендую к просмотру. С вами, как всегда, был Доцент. Пока-пока.